Всем привет, подписчики, ну и зрители канала, конечно. Сейчас такое небольшое видео сделаю, озвучивать цен не буду ничего, потому что я буквально с работы слинял на 10 минут. И сейчас только вот увидел, что завоз машин. Сейчас машинки покажу, и я сейчас с ним договорился, он тоже сейчас уже закрывается, этот гараж. Он мне цены сказал вышлет на WhatsApp, но если не вышлет, то значит, что вы видео не увидите. А если вышли цены, то я уже потом по номерам пробью эти машины, какой год, какой двигатель, уже прикреплю на самом видео. Ну, если вы смотрите, значит, вы уже видите это. Так, закрыто. Ладно, жалко. Жалко, что закрыто. А то я боюсь, что в понедельник, когда я сюда приеду, уже половина этого всего будет продана. Как чаще всего бывает. Чуть опоздал на денек или на полдня. И все уже продается. Ладно, сейчас чуть так посмотрим с вами. И цены на некоторые машины прикреплю. Ну, красота. Не так сильно ударено. Ну, конечно, смотреть надо. Тут ее, может, и вломило хорошо ей. Надо смотреть. Так, эти машинки смотреть мы не будем маленькие. Это на этот внутренний рынок. Дальше вот эту посмотрим. Надеюсь, у меня цены поскидывает. А то тут бесполезно бегаю сейчас. Хотя и так сюда приезжаю каждое утро. 70%, 80% бесполезно. Когда приезжаю, вечером вижу завоз. А утром прихожу, уже продано. Да, кстати, там в последнем видео, в предыдущем, там столько комментариев было. Я там просто сказал, напишите, кто откуда. Да, там мне там отписалось и Москва, и Украина, и Латвия, там кого только не было. Короче, там, наверное, стран 15, мне еще в простые писали, просто смс-ы. И оттуда, привет. Короче, спасибо, ребята. Теперь знаю, кто меня смотрит. Даже написали, зачем ты спрашиваешь, у тебя есть статистика. Я... Ребята, не очень там лазят по этому YouTube-каналу своему, там не очень занимаюсь, там нету столько времени. У меня там и группы, и канал, а если там еще лазить по статистикам всяким, пока там разберусь, ну, конечно, рано или поздно я разберусь в этом. Так, эта машина уже есть, стоит, это уже продано, я уже спросил сразу про нее, он говорит, все, продано. Он говорит, вот привозят, все, продаются машины. Так, что там еще? Про этот B-класс мне часто до сих пор пишут. Ребята, он проданный, этот B-класс. Я же говорил, я снимаю эти машины. Вы можете их первым увидеть до того, как они попадут в интернет. Вот вы их сейчас видите, а они в интернет попадут только в понедельник или во вторник. Но вы их сейчас можете увидеть у меня на канале. Так что подписывайтесь, там нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать видео. И тогда вы одни из первых увидите эти машины. А если к нему на сайт перейдете, только через пару дней они поступят. Если не будет продано. Так, Volvo. Ну, давайте по стеклам посмотрим примерный год. Это у нас... Я ничего не вижу из-за солнца. Не знаю, вам видно или нет, но меня из-за солнца сейчас не видно. Нет, честно, не вижу. Потом посмотрю по номерам. Так. Механика. Ну, у меня Volvo V60, как-то оно у меня помощнее выглядит внутри. Как-то маловато тут места, ну, для меня. Мне самое главное номера заснять, а то если номера не засниму. Гольф 7, да? Да, это 7 Гольф. Седьмой Гольф, механика. Так, что там у нас? Пятискоростная. Какие бардачные, а? Так, мне самое главное машина номера сейчас найти. Вот. И тогда я все узнаю информацию о ней. Но ее здесь хорошо раскрошило.
какие тут. Ну ничего, и не такие машины делают. А, номер вот сюда, смотрите. Сейчас посмотрим. Так, все ушло. Так, что там еще заснять, потому что я не знаю, какие машинки у меня поскидывают цены. Чтобы нечаянно ничего не пропустить. Клия, ну... Но вряд ли мне будет цены на клею скидывать, но все может быть. Так, мне больше эта Volvo понравилась. Надо ее, может, поподробнее посмотреть. Клея так, будет цена, закину на нее. Не будет, я не обижусь на него. Так, у нас тут весь передатчик ушел. Ну, человек, это все свеженькое и свеженькое. Да, вот это Volvo интересно. Надеюсь, цена будет на него. Да, ребята, кто там еще не смотрел предыдущее видео, тоже зайдите, посмотрите, тоже напишите, с какой страны вы смотрите меня, с какого города. Там у Украины большой привет, потому что очень много украинцев меня смотрит, оказывается. Даже очень много, я даже не думал, что так много. Там и Москва тоже подписалась на том видео. Так, давайте сейчас спереди посмотрим. Может быть, пропустили нечаянно. Ну и потом, если кому-то какая-то машина из этих, конечно, понравилась, то созвоните со мной уже в понедельник, я где-то без 15:09 по голландскому времени. Я буду уже в этом гараже, потому что я каждое утро сюда заезжаю, и чтобы ничего не пропустить нечаянно. Но в другой раз просто нечего снимать, потому что машины, мы сюда привозят 4, 5, 6 машин в день, и они просто разлетаются, как пирожки. Свежеиспеченные. Ну да, на этом все, наверное. Только мне, да, мне надо номера посмотреть на вот эту Audi. Не помню, я смотрел номер, не смотрел. Закрыта машина, жалко. Чтоб о ней поподробнее узнать. Все, номера есть. Значит, мы ее найдем. Ну и Peugeot осталось. Так, сначала номера засниму. Надеюсь, вы не обидитесь, но мне это надо. Так я узнаю все о ней. Ну, она вообще чуть ударная, передатчик. Ну да. Да, там все у меня полопалось. Ну, навряд ли на экспорт будет интересно 208. Но все может быть. Но меня как-то ни разу не просили 208. Чтобы посмотреть на экспорт. Редкий случай. Чаще всего нужны всякие Peugeot, но такие уже побольше, дизельки. 1.5, 1.6 дизеля. Такие машины чаще всего пытаюсь искать. Вот такие мелочи пузатые сюда приходят, вот сами видите, постоянно в этот гараж. Но я их, даже если не стоит там 3-4 штуки другой раз и утром приезжаю сюда, то я их не снимаю, не делаю видеообзор про них. Что это чаще всего бесполезно. Ладно, не дай до своего велосипеда, я на велосипеде прилетел. Надеюсь, меня сейчас не уволят. Я говорю, что я либо на 10 минут, пока доехал сюда, пока в контору к ним зашел. У меня уже столько времени прошло. Вот почему, когда я делаю видео, кто-то начинает разговаривать со мной постоянно. Вот мой супер транспорт. Все, я обратно к себе на шрот. Ладно, ребята. Так. Надо линять отсюда. Кстати, надо получить велосипед приобрести. А то я на этом рассыпаюсь. Пока доеду, пока уеду. Блин, я очень надеюсь, что мне это напишет. Бесполезно, сейчас бегаю. О, еще какая-то машинка стоит. А, кстати, это Peugeot тоже на продажу. Да. Так, вот этот Peugeot, давайте посмотрим.
Это 1.2 бензин. По стеклам 14-й год. Я ключи не брал, ничего, чтобы так не затягивать. Кому же интересно, сами знаете уже всю историю. Со мной созванивать. Не писать, а звонить желательно. Когда пишут, мало когда отвечаю. Просто не успеваю. Так, 6-скоростная коробка, 1.2 бензин. Ну, красавица. Пробег вроде тут высветился 80-80, если не ошибаюсь. Давайте еще раз открою, дверь закроем. О. Да, 88 пробега показывает. У нее удар вот сюда и прилетело. Бампер порвало. И крыло смяло. А, кстати, у нее колесо завалено. Не знаю, видно, но колесо завалено. Да. Так что все-таки хороший ударчик и прилетел. Сейчас открывается. Ну, это можно потом все подробнее посмотреть. Сейчас не затягиваем сильно. А он за него просит 6500. Повторюсь, просит. Часто это он пишет, дорого, да, дорого, но это он просит такую цену. Ладно. Ладно, все, ребята, не забывайте подписываться. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать видео. Одни из первых их увидите. Все, не забывайте, ставьте лайк, если вам нравится такое. Вам не сложно, мне приятно. Все. Всем спасибо и до следующего видео. Пока.